И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами снова Леон. Как видите, тут есть Бэдварс, Бэдварс 3.0, на него никто не нажимает. Нажал один зомбик, я понял, давайте же я нажму. Как вы могли догадаться, Бэдварс 3.0 открыли для всех игроков, у которых нету привилегии. Вы только зашли на Гринвикс, вы можете зайти на Бэдварс 3.0, поиграть, узрить нововведение Гринвикса. Вот, как видите, уже новое лобби. Если пройдем назад, тут мы видим Бэдварс 3.0. Справа мы же можем видеть паркур. Прекрасно. Пропали наши киты. Они среди них, где были старые киты, появились новые киты. Киты, в которые мы вложили деньги. Вот у меня был вот этот кит Сенчи. Сейчас тут не Сенчи. Вот давайте нажмем на первый кит. Он бесплатно стоит. Как мы его можем купить? Так, мы его купили, да? Все, мы выбрали. Второй кит уже стоит денег. Доступно с 8 уровня. А тут по уровню нужно играть, я понял, понял. Скрыть игроков, внешний вид, профиль, настройки. А что в настройках? Настройках может использовать классический магазин на 1.14 или на 1.15 магазин. Показывать пинг, можешь включить альтернативный вид статуса, короткие обозначения. Обозначение типов чата. Так, окей, хорошо. Пинг, где наш пинг? Какой у нас пинг? Я не вижу пинг, вы видите? Я не вижу пинг. Где-то нарисован. Давай. Ага. Отправить нужно нажать эту кнопку. Ту-ту-ту. И где пинг? А, вот, нет. Ну ладно, мы не видим пинг, я надеюсь, увидим. А, вот он, вот вверху пинг 44 миллисекунды. Не знаю, как считается. Тут у нас еще есть радио, мы нажимаем на радио, и у нас включается радио. Я не хочу радио. Пойдемте же поиграем в новые мини-игры. Кстати, у нас у всех элитры. Как летать, я не знаю, вот так можно подлетывать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Также осталось 6 режимов. Hard, это мега жесткий режим, 0 человек играют. Classic 3 ожидают. Классик и все, только в классик играю, да? Да. Давай зайдем быстро в классик. И... Ага, вот. 2 по 8, классик 2 по 8, 4 на 4. Не понял, что за бред, я хочу зайти. Вот, прекрасно. И... Классик, типа, это отдельный режим. Это прикольно, как я понял. И 2 по 8 остались... Количество команд, это игроков, ну вы поняли, это все осталось. Вот 14 игроков. Идет отчет. Очень громко. Я нажал на лазурит, видите, у меня был в первом слоте. Лазурит, это, как я понял, был эффект, мой кит был. Ну что мы видим? Мы видим, что карта такая же. Только вот эффект добавили, сломанной кровати добавился. Ну и все вроде, да. Не словно кровати были, но... Или не было, я не помню. Не было, но... Они поменяли... Поменял свой, так сказать... Расположение. И поменялся магазин. Магазин стал проще. Ну мы... Или сложнее, как вы считаете. Ну мы можем его изменить в настройках, как вы помните. Мы играем в, как я понял, материал мод. Ну это классик, это классический мод. А не материал. Материал, где материал-то? Я ошибся, это классик мод. Тут нам нужны железо, золото. Чтобы железо, мне кажется, нам нужно больше всего, чтобы купить. Давай быстрее, быстрее давай! Нам нужно железо, чтобы купить меч, броню и так далее. Золото нам тоже, естественно, нужно, но золото нам нужно, чтобы купить железный меч, уже хороший прям за золото топовый меч или лук. Лук, согласен, нужен, очень нужен, но, друзья, лук это конкуренция, а конкуренция это сложно. Нас могут идти, а мы не должны сделать так, мы должны, мы, опа, нас обходят, и идет очень мощный игрок. Сможем ли мы противостоять ему или нет, узнаете в этой серии. Не знаю, не знаю. Кстати, я скин мою отставки играю. Потому что, скажите, зачем? Магазин реально удобный. Это золото, да, это гравитационные ботинки, которые можно купить за золото. Как я понял, кирка стоит одно железо. Нет, кирка стоит 2 серебра. Давайте купим обычную кирочку.
И прыгает к нам игрок, или он уже в нашей базе. Все, опа, ребята, сейчас мы выиграем. Тот сломал их кровать, мой чат закрыт, не заметил, сейчас мы чисто их добьем и все. Наши, как я понял, компьютерные винда. Винда сломала нашу ихнюю кровать. И все, победа. Место обеда. Они держат центр. Ну ёперный театр. Я зацеп хотел делать, но я как понял, я бы умер, потому что с высока я падал. А как так? Вы видели вообще эту мощь? Она как-то меня ударила, я как-то летел, как-то позорно было. Вы не считаете? Это позорно. Я не знаю. О-ля-ля, ходим или уходим? Ну как обидно, могли же выиграть. Ну пивет, а я, оказывается, чат не закрыл. Жалко. Окей, хорошо. Могли, это наш тиммейт, он забрал золото, как не стыдно, дал бы мне золото. Хотя вот одну нету одну. Два там, нас окружают. А, или их нет уже. Ну, а все, два осталось, их вынесли. И, ну, гу-гу, рашит, чем проблема, у них лук есть, ой, что, по мне стреляет. Умеет стрелять? Умеет. Так, когда мы играем, нам выписываются результаты игры. Времяка нам дают 3. Опыта нам не дают за время игры. Со время игры 3 минуты нам дали 3 коина. Финальных киллов, мне кажется, нам тоже будут давать коины. Уничтожим на кровати. Как на Бредиксе? Можем закрыть и можем выйти в лобби. Давайте выйдем же в лобби. Можете играть, сервер, если кто не знает, Greenvix, IP в описании, порт не надо менять. Bedwars 3.0. Сегодня? Вышел. Да что не сегодня? Он вышел давно, а когда сделали открытым, я не знаю. Как-то так. Ну, ничего страшного, я не расстроюсь, что я проиграл. В следующий раз выиграем, да. Я не играю на Greenvix очень редко. Это был 27 уровень, я играл. Или 28, я не помню. Я не очень часто играю. Окей, хорошо. Если мы выиграли, мне кажется, наш рейтинг бы повысился. Вот, мы 392 мы, доллары, что ли? Нет, это типа место. Вот так, сервер, не, то есть режим пока что, ну, не скажу, что сырой, более-менее нормальный. Кстати, как летать? Скажите, пожалуйста, друзья, как летать? Кстати, а что он делает? А, что это такое? Можем изменить скин торговца, попугая поставить. Вот попугай, большой попугай. Давайте попугай. Мне кажется, самый нормальный попугай. Тут еще есть... Ой, есть зомби. О, все красиво, все топово. Он обитатель. Вот. Ну, не, мне кажется, попугай он выглядит массивно, топово, слишком большой. Попугай такой сядет на ваше плечо, плеча не будет. Так. Что делает наш эффект? Время активности... 5 минут. После убийства игрока вы получаете регенерацию 1. Ну, понятно. Тут мы получаем регенерацию 1 на больше, более секунды и время активности больше. Тут мы получаем силу еще 1 на 6 секунд и регенерацию 2 на 10 секунд и время активности более. Время активности более, тут мы получаем, если вы не получаете урон через 15 секунд, то вы получаете регенерацию 2 до полного восстановления здоровья. Так, ну это как сказать, это у нас типа... кит с киркой этого. У меня такой был кит. А вот, допустим, можем самый дорогой кит купить? Он бесплатен? Доступно 14 уровня. Ой, все хорошо. И самое интересное. Есть пати. Если тут будет пати, это будет просто бомба. Просто лучше не бывает. Одна буква, две буквы. Оу, бэу, оу, е. Тут есть пати, друзья. Пати, наконец, Гринвикс сделал пати. Лайк, Гринвиксу лайк, мне. Потому что сказал, что есть пати. Прекрасно, есть пати, друзья, пати. Пати кик это убрать игрока. Вот, пати овнер это убрать игрока. Овнуть игрока, кикнуть. Дисбанс, инфо это информация. Хелп, помощь, ну понятно, инвайт. Я не знаю, как читается. Узнаете, друзья, очень много видео есть, я могу сказать всем. До свидания, спасибо за просмотр. И до скорых встреч.